В Астане проходит республиканский чемпионат по настольному теннису. В этом году он собрал 160 участников. Организаторы говорят, что на турнир съехались сильные команды Караганды, Астаны, Алматы. Победители войдут в национальную сборную и 9 апреля будут защищать честь республики на международном чемпионате в Китае. Настольный теннис в Азии развит очень серьезно. Там команды Китая, Кореи, Японии, Сингапур, ну и много-много других очень сильных команд. И Казахстан, конечно, отстает от лидеров. Сейчас ведется активная работа по поднятию настольного тенниса. И я думаю, что в ближайшее время из массовости будет профессионализм, из многих ребят вырастут хорошие спортсмены.